Беречь природу, сохранить животный и растительный мир. В Кирове стартовала акция «Начни с себя». Экологи-активисты призывают каждого начать сортировать мусор. Сегодня, например, экоактивисты предложили мэрии поставить в каждом кабинете по 2 контейнера. Спасти планету от мусорной катастрофы по силам каждому. В этом убеждены экологи. Главное – начать с себя. По статистике, каждый россиянин в год производит 400 килограммов мусора. Часть отходов после переработки может служить вторсырьем. Для этого мусор необходимо сортировать. И вот нужно здесь осознанность, нужна и граждан, и властных структур в том, чтобы подойти серьезно к тому, что ты оставляешь своим детям. Хочешь ты им после себя оставить огромную гору отходов, или хочешь ты им оставить чистую планету и каким-то образом сократить это количество отходов? Уже сейчас в нашем регионе волонтеры активно занимаются сортировкой мусора. Отдельные виды отходов, например, блистеры от лекарств и зубные щетки, отправляют на переработку и дают им вторую жизнь. Однако, чтобы сортировка мусора была повсеместной, важна государственная поддержка. Мы также требуем, чтобы в кабинете у каждого представителя власти было хотя бы по 2 ведра для перерабатываемых отходов и неперерабатываемых отходов. Сортировать на самом деле нетрудно. И представители власти, они должны это понять, должны почувствовать. Потому что сейчас, на данный момент, сортировкой отходов в основном занимаются не на государственном уровне, а на уровне волонтеров и на уровне каких-то коммерческих организаций. И мы хотим, чтобы это был именно государственный уровень. Экоактивистам хотелось бы, чтобы такие контейнеры для раздельного сбора мусора появились в том числе и в кабинете у главы администрации города. Главное, считают, нужно начать с себя. Готовы помочь с оборудованием. Ну что, я пошла. Надеюсь, примут. Ольга Мартынова, Никита Данога, Бюро новостей, Давича.